Югра получила высокую оценку российского Минтруда и соцзащиты. Федеральное ведомство оценило регионы за качество и доступность госуслуг в сфере занятости населения. Так, в прошлом году наш округ оказался одним из лучших сразу по нескольким критериям. В частности, Югра находится в числе регионов с самым низким уровнем регистрируемой безработицы. А еще в округе перевыполнили норматив по доступности профессионального обучения нетрудоустроенных граждан. Кроме того, в Югре достигли высоких показателей по доле безработных, открывших собственное дело. В прошлом году таких было почти 500.